И приветствую всех на канале VGames. Мы продолжаем играть в Mortal Kombat 1 и проходим башни, и смотрим эпилоги персонажей. На этот раз мы будем играть за Джонни Кейджа и давайте ему в напарники Соню, потому что ну как так, Джонни Кейдж то был без Сони. Поддержите лайками, мы начинаем, и у нас уже даже в башне два раза будет битва с Джонни. Погнали. Да ладно, Жан-Клод Ван Дам. Окей. Ну давайте-ка. Ты первый удар только, да, скажешь еще? Нормально увернулся, мне понравилось. Знаете, как-то за него более-менее просто комбить, это точно. Мое любимое завершение комбо. А, это по шарам ударить сможешь, нет? Вот так, да. Ну, прости. Ужас, ужас. Рептилия, крутой чел. Ну, вперед. Ух ты ж, ё-моё. Не по таймингу. О, как он себя обрыгал, я не понял. Да ну нафиг. Не в ту сторону комбо, да ё-моё. Мой агент сильнее тебя. Как... А, во. Вот. Так, так. Так, так, и как заканчивается комбо? Я помню то комбо. Вот так. У-у-у! Нормально закомбить получилось. Ну ладно, давай добьем. Talk about talent. Meet Hollywood's newest star. Встречайте, ребята, новую Голливуд звезду. Рептилия. Огонь. Так, Саб-Зиро и Саб-Зиро. Саб-Зиро новый и Саб-Зиро классика на подмоге. Ну хоть костюм другой. Ха-ха-ха.
Так, не та. Боля. Да почему? Почему брейкер не сработал? Добей его. Значит, придется самому добивать. Ну, Джонни Кейдж, наверное, один из тех персонажей, с которого стоит начать, когда ты играешь. Как-то за него вроде бы проще комбить. Ну, это, конечно, сложно назвать комбо из того, что я делаю, но... А! Нет! Так хорошо было. Поцелуй. Чмокни его, Соня. Бруталити. А вот и Джонни. Отсылочка. Рейка и Страйкер. Страйкер здесь, кстати, очень прикольно сделан. Его бы в основной ростер добавить. Довольно импактовый персонаж. Поддержка нормальная такая. А, почти подловил тебя. Да блин. Сонечка не дотянулась. Как вообще бруталити делать, интересно? Захват. Угу. Странно. Ну, попробуем. Жестко. А чё не так, ну? А я не в ту сторону нажимал. Трэш. Talk about talent. Meet Hollywood's newest star. Fatality. Johnny Cage wins. И губки уточкой. Лол. Вообще опыта не будет, спасибо. Спасибо, ребята, очень приятно. Ой, ребята, наверное, либо Джонни Кейдж, либо опять Жан-Клод Ван Дамм. Но, скорее всего, Джонни Кейдж, потому что вначале уже был Жан-Клод Ван Дамм. Оу. Без Б. С чего начать только? Понятно. Капец, нужно с таймингами разобраться, ребята. Джонни, успокойся. Почти мою комбо взял.
Вот так. А, у меня был сильный прием. Почему не попал, а? Понятно, надо просто раньше вызывать. А, на тебе. Давай по очереди будем один и тот же прием делать, да? О! Вот и Джонни. Получилось сделать новую бруталку. Я, конечно, хотел замутить воздушный поцелуй от Сони, но ладно. Уже больше не было возможности замутить бруталочку, потому что уже Шансун. Ну, блин, Джонни вообще за него одно удовольствие играть. Это, наверное, первый раз за все части МК, когда я с кайфом играю за Джонни Кейджа. На! Нате. Хоба. Конечно, это игра, ё-моё. Не получается. А почему? Потому что я делаю усиленные спецприемы, когда у меня нету этой фигни. Нормально вообще? Нормально. Хоба. Не получилось бруталку сделать. Ну ладно. Здесь ни фаталку, ни бруталку не сделать. Мало ли, если кто будет писать в комментариях. И концовка Джонни Кейджа. Интересно, будет что-нибудь с Соней? Since this whole thing kicked off, I'd wondered why Liu Kang chose me to be a champion. I mean, sure, I was killing it as a martial arts star, but it's one thing when it's all for show. It's different when you're playing for keeps. Then Liu Kang let me in on his master plan. He wanted the masses to know about the world beyond them, the one filled with gods and monsters, and he wanted me to tell him about it. But I knew revealing the truth all at once would be too shocking of a plot twist for most. That's why I pitched doing a bunch of stories, to slowly get people used to it. And if there's one thing I can do, besides kick ass and combat, it's build a cinematic universe. I'm serving up movies, streaming series, games, you name it. I like that I'm doing a public service. And it doesn't hurt that I'm making more than a few bucks. It's the kind of synergy that would make any studio mogul proud. Это что такое? Да, эпилог, который мы заслужили. Джонни Кейдж просто в медиа, в массы выдвигает смертельную битву. Окей. Как понял эпилог я. Вы, ребята, можете писать свое мнение в комментариях, мне будет интересно почитать. И всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео.
Обязательно комментируйте, и может быть... Может быть, я еще сниму ролик, а может и нет. Всем пока!